Аланья – курортный город в центральной части Средиземноморского побережья Турции, которое часто называют Турецкой ривьерой. Город славится своими окруженными отелями широкими пляжами, среди которых пляж Клеопатры, где по легенде купалась египетская царица. На территории огромной крепости Аланьи, которая возведена сельджуками на вершине уходящей в море отвесной скалы и превращена в музей под открытым небом, расположены османские виллы с красными черепичными крышами и восьмиугольная башня Кызылкулье, Красная башня.